Всем привет! С вами Виола. И мы. Всем привет. Это Марьяшка, ну вы знаете. Да. А это Анастасия, вот. Давай назад чуть-чуть. Это моя подружка. Да, подружка. Сейчас мы будем вешать картины. Мы в комнате уже повесили. Сняли, в принципе, видео, но там кое-что у нас произошло. Поэтому видео загружать не будем. Вешаем на кухне. Вешаем все вместе, это мои помощницы. Вешаем под чутким Гюлиным руководством. Гюля у нас такой директор, сидит в кресле и, в общем, лево-право дает регулировку. Так что мы начинаем. Сейчас, девочки, вы мне поможете. Сначала я без него приложу, потом уже снимите, дадите, хорошо? Так, смотри. Если мы делаем это вот так. Чуть-чуть подниметь. Я, знаешь, зачем говорю? Вот. Так, подожди, давай немножко я подниму этот штатив. Чуть-чуть. Вот. Так будет, по-моему, лучше. Вот смотри, Гюлин, допустим, вот эта картина у нас здесь. Да. С этими как мы будем? Эту сюда? Нет. Вот так. Как? Вот так. А эти две как? Одну направо, справа, другую слева снизу. Вот смотри. Черная. Черная, я хочу, чтобы была немножко. Знаешь как? Может быть, мы черную сделаем сюда. Да, да, да. Давай мы черную сюда. Да, черную оставим. Это сюда. Это вот как-то так. Да, сюда. Одну сюда. Тогда черную немножко сдвинем. Да. Вот смотри, это вот сюда. Чуть выше, и эти две белые, туда и туда. Туда и туда. Да. Вот это центр надо нам определить, да? Да. Так, сейчас. Точно? Да. Чуть ниже будешь клеить. Хорошо. Так, Мариш, давай сними. Они мне снимают липкую ленту, помогают. Сейчас ты следующую снимешь. Подожди. По очереди. Молодец. Жена. Вот, молодец. Давай ее мне. Вот. Давай, от меня Анастасия будет. Так, Гюль, я вот так приложу, не буду так открыть. Как они клеят? Чуть-чуть. Чуть-чуть что? Ниже, чуть-чуть. Вот так? Вот так. Мы с Лемером чуть-чуть кашах досу, беля. Не-не-не, вот так. Я хочу, это ровная она? Она ровная. Опа. Что ж такое? Вот, первый пошел. Так, сейчас эту мы определим. Мы эту должны куда-то сюда. Нет, мы ее должны сюда. Нет, это с чем? Это не это? Солнышко. Держи. Мария, что зря пока. Ну ладно, пока сняла, хорошо. Не, бубуды. Да, так, стой, пока не снимай было. Вот сюда. В эту сторону. Да. Вот так? Вот так, да. Вот так. Ровно вообще? Нет, не ровно. Не ровно? Правую руку чуть-чуть. Сейчас я отойду вот там. Ой, мама. Вот так ровно. Ровно? Да. Точно? Ровно. Чуть-чуть, точно. Ой. А вот так? Ровно. Не-не-не. Ага. Снимаешь ты? Пока подожди. Сейчас подождите. Ага. Вы что, хашавы дома, сын? Да, 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 да. Давай, вот тебе Марьяшину. Ты сняла уже? Давай. Дерем бельки берины бура, гуях берины бура, а шахды из тамера, не усы. Здесь, знаешь, что сушилка, мушилка, да, здесь... Не он... очень высоко будет. Я не знаю, но мне кажется... Ну-ка это приложи сюда. Да это там хорошо. Я, знаешь, как думаю, одну вот сюда... Да, одну туда, тогда другую туда. То другую туда, другое туда не очень хорошо будет. А тогда у тебя где будет? Там наверху? Если мы вот это сюда повесим, а вот это можно сюда. Дай мне секунду. Тогда немножко выше. Дай. А! Вот так. Пирас будет. Пирас. Ёх, он мало доллар. Он добеля. Вот так хорошо. Так? Вот так хорошо, да. А, хорошо. Да. Подержите. Держи за краешки. Ага, на липку ленту не ставь. Гюля, вот это вот как? Вот так должно быть у нас? Да. Чуть-чуть правую руку. Так, вот так.
Видите, да? Какие мы молодцы. Очень красиво. Красиво? Ну, здорово. Здесь очень красиво, естественно. Вон это Беля? Да. Да? Да, вот чуть-чуть. Да, чуть-чуть к тебе, чуть-чуть. Ко мне? Да, да, вот так. Так. Да. Да? Ровно? Да, не, не ровно, не ровно. Правую руку чуть-чуть. Вот так ровно. Ровно? Да. Яхше, да? Здорово. Все молодцы, мои молодцы. Ну вот, мне тоже нравится. Очень красиво. Это и это одинаково. Ага, здорово. О, моя помощница собирает. Давайте чуть поближе покажу. Ну ничего. А я, кстати, первая начала. Сейчас я камеру переведу. Сэнгюр, Санара готова. А мне первая начала. Да, ты умница моя, молодец. Вы обе молодцы, помощницы мои. Иди, так, идите сюда, проходите сюда. Вас тоже на фоне картинок. Проходи туда. Вот они, мои красотки. Ой. А вот картины. Очень красиво. Здорово. Ох. Так, давай я вот так верхом уберу камеру. И покажу, что мы здесь повесили, вот. Но там у нас будут еще часы. Мы место оставили для часов. И когда уже часы повесим, вот там вот пространство. Когда часы повесим, уже покажем вам общую картинку. Ну вот как-то так. Всем спасибо за то, что были с нами. Обязательно увидимся и покажу уже в целом. Все, всем всего доброго. Берегите себя обязательно и своих близких. А с вами были мы, вот, девчатки и другой девчатка, мой любимый. Все, всем пока.